Ты трепешь из здания Бундестага. Да, мы на привычных Рейхстаг. А вот люди, которые оттуда выходят, это не какие-то там, блин, чиновники там или кто-то еще. Это обычные люди. Для посещения немецкий Бундестаг открыт всем желающим. Все могут посмотреть, в принципе, даже как работает немецкое правительство. Там ресторан должен быть, кстати, даже в куполе. А у нас в столовую Госдумы попробуй зайти. Ребятушки, какие тут дороги, тротуары, тут вот ремонт, если ремонт, то ремонт, все огорожено, велосипедная дорожка, все отдельно. Машинки, для машин, для парковки специально отведенное место на краю тротуара, отделенное бордюром, все нормально. В России все, блин, валяется везде. Весь перекресток, вот если ремонт дороги, значит ремонт дороги. Весь перекресток закрыт, отделен. Для пешехода специальная дорожка. Тут тоже ремонт считается. Поэтому для пешехода специально выделено. Все огорожено. Такими заграждениями. Машинки ездят там, получается. А люди ходят здесь. И тут и мамы с колясками пройдут. И все пройдут. Вон там типа ремонт. Ремонт идет тротуара. Дорожки, видимо, там что-то новое кладут, какой-то кафель. Вот. Как-то так. Все отделено. Так вот тут все устроено. Разметочка тоже для машинок. Машинки ездят, не летают, ничего не делают. Вот опять же способ постановки. Парковка, способ постановки, да? Такие вот значки есть. То есть можно где-то на тротуар даже ставить, потому что улицы все-таки узкие. Вот где. Как-то так, тут проходит ремонт дорог. Вон контейнеры с раздельным вывозом мусора. Кстати, очень много велосипедов и велосипедистов. Несмотря на то, что сейчас ноябрь, очень много всего. Ну, именно велосипедов, да? Обратите внимание, строительная техника. Не как у нас все в говне, все в грязи, все ржавое. Ну, старое, ладно уж. А тут все новое. Ну, как новое, они ее моют, по-моему, походу. Хотя все рабочее. Работает. Вот эта почтовая служба на велосипеде катается. Они развозят тут письма. А вон там едет, видимо, у нас скорая или полиция. Скорее всего, скорая. И вот тут заканчивается эта зона. Вот указано, где людям ходить. Специально по дорожке. Табак. Ну, мне кажется, это типа стройки что-то. Переходим на зелененький. А вот у нас заправочка, цены на бензин. Дизель 1,29 евро, центов. Что там, супер что-то и супер ETF, что ли? 1,40, 1,42. Там есть что-то, алугаз, походу газ. Это у нас 0,51 евро, цент. Ну вот, цены, конечно, подороже на топливо тут.
Ну вот контейнер, опять же, раздельный вывоз мусора. Люди заботятся о своей экологии, о своей стране. Все нормально. Такая вот кнопка для пешеходов тут есть. Кому надо дорогу перейти. И так тут вообще все зелено, все выглядит так цивильненько. Очень мало, ну, мусора, в принципе, на дорогах. Ну и на тротуарах, на улице, в принципе. Велодорожки везде практически выделены. Хотя это не центр города далеко. Ну, велосипедисты едут по дорожке. Все четко. Машинки стоят тоже в разрешенном месте. На парковочке. И очень-очень много велосипедистов. Велосипедов. Они грязные. Кстати, обращаю внимание, что машины все, не как у нас, да? Там все половина в грязи ездят. А все чистенькие, опрятные. Вот. Правда, граффити много, кстати, тут на строениях. На всяких. Вот эта вот станция у нас железнодорожная получается. Даже не знаю какая. Велосипедов очень много. Лифт. Лифт на станцию для инвалидов и для обычных людей вроде тоже. Вот, можно спуститься прямо на железнодорожную станцию. Шаурма. Везде, где есть поесть. Кстати, даже в метро, потом покажу вам. Даже в метро везде практически есть, где покушать, попить, себе купить. Даже вот Макдональдс. Вот это так, кстати, выглядит вход на станцию. Киоск. Вот. Даже Макдональдс есть в метро тут. Пойду еще вам дорогу покажу. Тут. Такую крупную развязку, так сказать. Опять же, море велосипедов. Море. Тут их много очень. Еще один прикол местных пешеходных переходов, то что тут нет зебры, то есть тут человечек вот загорается зеленым и надо идти вот по определенному контуру, вот прерывистой линии разметки. Вот тут то же самое. Начало непривычно, тут широкая, видимо, велосипедная дорожка такая, кстати, где-то по краю. Там загорелся зелененький, сейчас нам загорится, по идее. Да, вот, теперь можно идти. Островок безопасности. А вот местная станция метро. Вальтер-Шерендер-Платц. Как-то так. Смотрите, ребята, здесь такие компьютеры. Кодек. Можно печатать фотки. То есть можно вот видите любой разъем тут. Type-C там. Айфоновский. Айфоновский старый, там, micro USB. Можно печатать фотки. Можно даже вроде русский язык выбрать. Вот русский язык. Вот. Снимки с мобильного устройства. Вот тут есть. Ну, все, в общем, есть прайс-лист. Давайте посмотрим прайс-лист. Сколько тут будет стоить распечатать? Получается 10 на 15, 0,27 евро центов. Это получается у нас, ну, где-то 25 рублей примерно, приблизительно. Вот. Ну, нормальная тема. В России я такого не встречал. Ну, вот их тут сколько получается. Штука есть еще вот какой-то другой фирмы. Видите, Photo Welt. Вот. Ну, это примерно так. Такой принцип, он снизу вылезает эти фотографии. Сидим сейчас в торговом центре. Я вот купил себе замечательный шарф за 8 евро. Даже меньше, на скидку сделал за 6 евро. Вот. И
тут такая зона отдыха даже. И вот бесплатно есть даже розеточка, чтобы люди могли зарядить свои гаджеты. Такая тумбочка специальная, столики. Все нормально, все хорошо. Тут, в принципе, кстати, красиво так. Сейчас под Новый год уже все разукрашено. Confirmaron. Ya, ¿no? Acá estoy.